За маму, за папу, за новый детский садик. У малышей обед по расписанию. У воспитанников старшей группы ответственное задание – встречать гостей, спонсоров капитального ремонта детского сада. У всех детей веселый взгляд. Мама рада, папа рад. Мы сегодня вновь вернулись в наш любимый детский сад. Работа выполнена в срок и на высшем уровне. У нас очень хорошие тесные отношения с Транснефтью. Мы решили уже очень много вопросов социальных. Все вопросы направлены на социальные программы. Мы ни разу их не подвели. Они нам выделяют денежные средства, они нам устанавливают сроки освоения, а мы уже это выполняем. Дети должны ходить в замечательных условиях находиться, для того, чтобы потом пошли в замечательную школу, в которой есть транснефть-классы. Все сделано для того, чтобы подготовить будущие кадры. Мы отслеживаем своих будущих кадров, учим их для того, чтобы они пришли и заняли достойное место у нас в нашей структуре. Садик был построен в 1984 году и с тех пор поддерживался лишь косметическим ремонтом. Заведующая Анна Шашкина проработала здесь 20 лет. Признается, когда летом по территории прошелся бульдозер, снося старые веранды, а от здания остались лишь кирпичные стены, даже плакала, не могла представить, что все смогут так быстро восстановить. Сейчас тоже готова расплакаться, уже от радости. Я знала проект, какой он будет, но вот так все, чтобы так все сложилось, чтобы у нас все было новое, чтобы у нас было оборудование новое, у нас от вилки, от постельного белья, у нас до всех игрушек, у нас все буквально новое. Нам сделали большой-большой очень подарок. Новый садик смотрится, словно пришелец из страны счастливого детства. Яркий, красочный, с современными игровыми площадками, просторными верандами снаружи, удобный и уютный внутри. Родители говорят, дети теперь утром встают раньше, чтобы быстрее попасть в детский сад. Вот тут для нас, для моей детской машины, вот это моя любимая машина, а я люблю в твою вот сейчас поиграть. А как он летает, покажи. Очень интересно, и игрушки нравятся прям. А какие игрушки тебе больше всего нравятся? Куклы. Она мне весь вечер рассказывала, как там красиво, сколько всего интересного, все новое, мебель новая, игрушки новые. А спортзал им очень понравился заниматься. Музыкальный зал очень красивый. В общем, эмоций очень много было. В садике рассчитано на 140 детей, 6 групп с отдельными спальнями и игровыми комнатами. В туалете отдельные кабинки для мальчиков и девочек. Есть современный спортивный зал, музыкальный зал, зимний сад и даже сенсорная комната для расслабления. Закупленные игрушки, конструкторы, даже микроскопы и все необходимое для начальной научной деятельности. В садике реализуется программа «Детский сад. Познавательная экосреда». Через воронку, через ванный диск вода цедится в стаканчик, да? Ой! Да, и сейчас мы с вами посмотрим. Да вот на мамочке крупные соринки остались, да? Смотрите, а на диске все мелкие соринки, да, задержались. Мне очень понравилась атмосфера, обстановка, мне очень понравился персонал, который мы сейчас встречали, проходя мимо, потому что, что бы мы ни сделали в садике, как бы мы ни украсили стены, без коллектива, без людей, которые вкладывают душу в детей, ничего невозможно. Новый садик отвечает всем современным требованиям. Мебель регулируется по росту ребенка. На первом этаже предусмотрены теплые полы. Работает система видеонаблюдения и контроля доступа. Ирина Стефанюк, Дмитрий Засухин. Время новостей.